что есть пранк и откуда, как говорится, он взялся на земле русской. Вообще пранк по определению это означает шутка или выходка. Ну, в простонародье прикол. То есть обязательно должен быть человек, который прикалывается, а также тот, над кем прикалываются. Обычный городской телефон и вспыльчивый характер. Все, что необходимо вам, чтобы оказаться в группе риска. Будьте готовы, в один прекрасный день в вашем доме раздастся телефонный звонок, и странный голос спросит: «Это АТС?» Упаси вас Бог грубо и витиевато ответить неизвестному абоненту. С этого момента ваша жизнь может сильно измениться, потому что в ней появятся они, пранкеры. Ты, ебаный, накололся? Тебя за ежики, ебаный. Великодушные, простите меня. Добрый вечер. Что говорит? Вы знаете, мне бы Лидочку послушать. Что? Лидочку послушать. Ничего не понимаю. Ну как же так? Ну, Лидочка, ты? Она плохо слышит. Алло. Лидуся! А кто это звонит? Кто это звонит-то? Слово пранк само по себе не воспринимать как хулиганство. Есть телефонное хулиганство, пранк в данном случае. В нашем понимании это хулиганство не телефонное, это обычные розыгрыши. Все говорят, что с тебя все началось. Ну, как бы те люди, с которыми я познакомился только больше года назад всего лишь. Я как бы вообще не знал, что такое пранк вообще. Я не знал, что как бы чем я занимался в 89-м году, называется вообще пранком. Ну, как бы, ну, телефонное хулиганство, прикол. Вот. Алло. Чего алёкаешь? А? Или тебе телефон поставили? Скоро приезжает вместе с этой дурацкой головой с телефоном. А чего это ругается? Чего же? Я тебе дам еще я тебя записал на кассету. Записан, подлюка. И завтра я буду у тебя, чтоб ты под колпаком там стукал завтра. А чего потом ругается? Пошел отсюда вот, гадина. У меня друг, Шурик такой. Друг у меня есть. Вот, жили мы с ним на одной личной клетке, вот, и он познакомился с девушкой. Вот, девушку Катя звали. Вот, она ему дала свой телефон, он был достаточно простой. Вот, он его не запомнил, ну, примерно запомнил. Вот, и когда решил, как бы, продолжить с ней знакомство, ей позвонил. И перепутал цифры, вот, средние и последние. Вот, и, собственно, попал вот, на этого мужика. Вот, он спросил его вежливо, там, позвал Катю, а ему в ответ... В общем, после этого он прибежал ко мне домой и говорит: «Ярослав, ты представляешь?» Говорит, я вот ошибся номером, меня так обложили не столь всего. Вот. А я тогда еще так занимался, записывал всякую ерунду на магнитофон. Вот тут, кстати, вот она, знаменитая шарманка низкопробная. Вот, 302-я электроника. Вот, я ее напрямую подключал к телефонной линии. Вот, и я стал звонить и записывать. И вот получилась эта запись. Вы что думаете, с вами играть, что ли, бережки будут? Заразы проклятые! И по телевидению обязательно фильм покажу. Завтра буду в ЦК докладывать о ваших безобразиях по телефону. Ученички проклятые! Смирно, вас давить надо, как клопов, зараз! Что мы и будем делать? Вам не о молодежи законы создавать, а вас надо сначала кнута до крови избить, чтобы вы уважали старших. И жизнь то же самое, и работа, а не понедятничали. Не проедали родину, То есть, как бы, ненависти к человеку, которому ты звонишь, какой бы он ни был, никогда не возникает. Как бы человек ни реагировал, вот, если эта реакция положительная, если из-за нее получается хороший пранк, то все равно чувствуешь человеку благодарность и уважение. Мы пришли к жертве, которая живет под номером 283-5647. Известно как бабка Лидия. Сейчас мы направляемся к ней, сегодня крещение, и у нее днюха. Надеюсь, у нее есть что-нибудь видеть. Поэтому продвигаемся. Долбоёб. Вы к вам на день рождения пришли. А кто штейн к вам главный? Здравствуйте. С днем рождения. Спасибо. Я просто не ожидала. Ой, я сегодня совсем себя закрутила. Мы вам принесли подарок. Это новая скалка. А кого? Это наш подарок вам. Скалка. Спасибо.
Выходите. Морочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защит, на гимнасть терка, а раз ума меня сведет. На нем защит, на гимнасть терка, а раз ума меня сведет. На нем погоны золотые, и я Наталья Самыкина. Звонит на протяжении 3 лет уже или 4, я точно не помню. Но даже номер не сменил, нормально. Хоть есть определитель, все равно подходит и материт. Причем материт отменно. Да, но в последнее время все начинается с того, что она молчит в трубку. Но кодовое слово «ты боишься». Да, оно влияет безотказно. Да, оно влияет безотказно и следует просто. И слишком эмоциональнейшая реакция. Координационно-вычислительный центр слушает вас. Здравствуйте. Что здрасте? Что здрасте, здесь опять суешься, подонок ты вонючий? Ты башку свою дурную постриги, пока я тебе ее не снес сразу в таком виде, в котором она у тебя сейчас находится. Та запись, которая существует сейчас, известна всем, вот, это может быть даже меньше 1% того, что вообще он выдавал. То есть я не все записывал. То есть я записывал, во-первых, я звонил ему не только из дома, но еще, вот, скажем, я шел из института. Вот, плохое настроение. Ну, кинул 2 копейки, значит, сразу настроение хорошее. Вот. Эти твари вот эти, Кедовское королевство поганое, в этих панталонах, в этих 7-рублевых, а сейчас 3-рублевых этих ХБ. Да, с ободранной и голой ш**ой ходят. Кедовское королевство, это я от него услышал первый раз. То есть, что это означает, честно говоря, то есть, то ли это объект существует только в его воображении, вот, Кедовское королевство, вот, то ли это от слова кеды, ну, это явно, что от слова кеды, вот, может, он имел в виду, что те, кто ходит в кедах, только почему, тоже непонятно. То есть для меня это загадка. Ну да, и из былых легенд людей осталось очень мало. Зинаида Николаевна Давыдова, привет. Да, вам. Да. Смотрите MTV. Да. Зинаида Николаевна, я вас люблю. Я да, сомневаюсь, что она это посмотрит, но... Женечки тоже ее внучка. Женечка. Но среди старых классических персонажей из жертв мало кто-то сейчас остался с нами. Почему? Жертва в пранке – это, как правило, психически нестабильный неврастенический персонаж, который вместо того, чтобы бросить трубку телефона, долго и с удовольствием отводит душу, виртуозно используя весь неизбывный потенциал русского фольклора. Пранкеры любят своих жертв, им дают прозвища, их перлы любовно публикуются в интернете, на пранки с их участием делают многочисленные миксы. Хорошую жертву, как уверяют пранкеры, найти чрезвычайно трудно, но те немногие творческие неврастенники, выловленные упорными хулиганами в бескрайном океане телефонии, приобретают в пранк-сообществе поистине звездный статус. Включаешь, что ли, когда продолжил кашель, говорит, кто? Из рук. Так, кто? Открывайте! Открывайте! Давай. Ты снимай. Да я сдохла! Вот, куда? На!
Она фемпроп. У нее цветы, откройте, пожалуйста. Я вам принес цветы, откройте, пожалуйста. Выходи, с вами мирно поговорить. Поговорить. За телефон заплатить. Поговорить. Тихо, подождите, тихо. Откройте, пожалуйста, мы хотим поговорить хотим с вами. Откройте. Ну откройте, пожалуйста. Ну откройте. Я сейчас выйду на балкон, карабон закричу и там. Давай. Давайте, давай. Давай. Слово «пранк» переводится с английского как «грубая выходка», «шалость». Это самая популярная на сегодняшний день разновидность телефонных розыгрышей. Технологический пранк осуществляется примерно следующим образом. Пранкер звонит по случайным телефонным номерам, импровизируя и задавая, как правило, глупые и нелепые вопросы. Если случайные абоненты не поддерживают разговор и дают отбой, пранкер продолжает охоту. Но вот в ответ на невинный вопрос звучит нецензурная брань. Есть новая жертва. Номер жертвы фиксируется и включается магнитофон или компьютер. Когда была найдена очень неординарная личность, впоследствии ее называли Романом Петровичем, вот, известный человек в пранке, вот, очень интересный, ему стали тоже звонить. Он, как стало потом известно, он преподавал в одном из московских вузов и очень не любил своих студентов. Насколько это правда, я судить сейчас не могу, так как еще ни один пранкер его не видел. Его называют загадкой пранка. Это самая тайная жертва вообще в мире пранка, так как ее никому еще не доводилось увидеть. Дело в том, что после звоночков он исчез со своей квартиры, его там не оказалось, и жильцы данной квартиры просто заявляли о том, что таких мы не знаем, и такие здесь никогда не проживали. Его просто сейчас сложно найти. Вот. И он прям как священный грааль в мире пранка остался его главной загадкой. Да. Алло, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, каково быть жертвой пранка? О, расскажите, пожалуйста, каково быть жертвой пранка? Это же Роман Петрович? Расскажите нам, пожалуйста, нашим слушателям, каково быть жертвой пранка. Ой, слушай, моя хорошая, ты не представляешь, 400-500 человек каждый день. И вы считаете, что это плохо? Ну вот, нам позвонили и сказали, что вот по этому номеру жила жертва пранка. Да. А что вы думаете о тех, кто вам звонит? 53 года. Ты понимаешь, это надо. Вот вы, какое ваше мнение о звонящих вам людях? Им сколько уже лет, а моя хорошая. Ну, вообще-то мой хороший. Ну, мой хороший. Ну и что, ты... Ты сопля, ты сам названиваешь, ебан. Я вам не названиваю. Истеричка уже вошла в классику. Истеричка. Знаменитый ПП. Не буду расшифровывать, так как это слишком не... Это будет пи-пи. Да. Да, ну пи-пи. Это просто легенда. Это культовый человек. А сейчас на культовые люди мы забыли про деда ИВЦ, конечно. ИВЦ. Бабка АТС. Это вообще начало. Да, это начало, это 89-й год. 1989 году героем записи выступил некто Сан Саныч, пенсионер, раздраженный горбачевскими реформами и виртуозно жонглирующий самыми невероятными ругательствами. Автор этих записей позвонил Сан Санычу или деду, как любовно прозвали его пранкеры, совершенно случайно. Но напоровшись на столь диковинного персонажа, решил звонить ему и впредь, фиксируя разговоры, а вернее монологи деда с помощью старенького кассетного магнитофона. Эти записи долгое время ходили по рукам. Их передавали, переписывали, цитировали. А с появлением интернета они стали достоянием миллиона. Этот момент можно смело считать зарождением пранка, а автора записи — первым российским пранкером. We'll be right back.
Прекрати. Стой! Рекламки с фабрики, откройте, пожалуйста. Ну ты хакер. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Александрович? Да-да. Мы к вам насчет Нового года. Вот сами. Вы ваши подходы, Александр Александрович. Она отлично, да-да-да. Извините, а можем вас поздравим? Да. Вы сняли деда. Можем вас поздравим, извините. Александр Александрович, на минутку, можно вас? Ну, выйдите, пожалуйста, на секундочку. Мы уходим? Мы уходим. Дед – единственная жертва, которая реально вызвала ментов. В итоге сейчас мы можем наблюдать вполне достойную субкультуру, которая имеет своих поклонников не только в пределах Российской Федерации, а также и за пределами ее, в западных странах, ну и в странах Восточной Европы такое проявление есть. Существуют, да, черные и белые списки, я думаю, многие знают, что это такое. Белый список, когда вводятся в телефон определенные номера, и только с них звонящие имеют возможность поговорить с абонентом. Черный список, когда вводятся номера, нежелательные для разговора. Голос мне, конечно, стал погрубее, вот, чем 16 лет назад, но... Алло, позовите, пожалуйста, Васю. Вот. Алло. Алло. Привет. Привет. Как дела? Родила? Еще не родила. А когда родишь? Да-да, уже все. Привет. Ну что, маскируешься под маской крокодила? А? Под маской крокодила? Да. Галь. Алло. Алло. Что алёкаешь? Ликвидатор. А? Ну что молчишь? А? Что молчишь? Здорово. Дай 2 рубля до второго. Мало. Мало? А может хватит? Ты даже к телефону подошел. А? Ветеринар. Не передашь? Ветеринар. Да, ведь я так и понял, что муть. В то время, конечно, никакого интернета не было. Это был 89-й год. Туда вот. Что было тогда. Ну, во-первых, по интернету я знаю, что один мой друг вот, отправлял в Америку, на Брайтон-Бич, вот эти записи по e-mail. Вот, это было буквально, ну, сразу, когда появился интернет. Рассказывали мне люди, что видели эти записи в интернете. Но то, что это приобрело такой планетарный масштаб, то есть что во всех странах, где есть русские, значит, везде эту запись любят и слушают, и везде она лежит. Вот, это я узнал только буквально вот в конце 2004 года, когда вот незнакомые мне люди совершенно нашли его снова, когда он сменил квартиру. Мы его долго искали тогда, но безуспешно. Ну, потом как-то семья, дети, работа, вот, и как бы не до этого. Ну, а у людей, у которых сейчас есть время на это, ну, вот им повезло, они, очевидно, по базе прописка нашли его. То есть его сгубило то, что он прописался и попал в базу. Он же женился, вот, самое главное, вот, прописался к жене, попал в базу, его нашли. Алло, бухала? Все уже. Адвокат это тот жигат, только переодет в гражданское платье. Запомни раз и на всю жизнь. Межтоговорожнее, бухало, или сопять. Алло. Кто говорит?
жертвой пранка, ну, как бы, может стать человек, который не может просто, как нормальный человек, повесить трубку, если кто-то позвонил, там, начинает что-то ему гнать. То есть нормальный человек просто повесит трубку, вот, а человек, как бы, недалекий, начинает с ним разговаривать. И, как бы, люди попадают на это, то именно такие. То есть нормальный человек на это просто не попадет. Бывает так, что когда ты общаешься с человеком какое-то время долгое, тебе просто становится интересно, как он выглядит из себя и что он из себя представляет. Поэтому в данный момент пранкеры берут в руки камеры и идут к жертве. Вот, например, я специально приехал на 4 дня в Москву, чтобы съездить к очень знаменитому персонажу, которому я звонил год, которому я привык как к родному, вот честно. Да, я из Питера, я специально приехал сегодня, чтобы ездить в Московскую область, где живет мой любимый японский дед Петр Иванович. Да. Все пранкеры Российской Федерации, Щелковский район. Мы едем к японскому деду. С нами самая брутальная команда Юниор, Шар Кокович и внук, который держит камеру. Здравствуйте! Уважаемый праздник не снимает. Здравствуйте! Привет! Как он прибыл в Щелково, маньяк Соколов. Один из самых подготовленных походов к жертвам в истории пранка. Сейчас я фамилию закрою. Соколов там написано. Петр Иванович. Петр Иванович? Да. Привет. Я привет. Там погиб на втором этаже, да? Да, вот мы из газеты «Аргументы и факты». А. Вот. У нас поступил сигнал на то, что его достают телефонные хулиганы. Звонят ему, балуются. Он сам хорош! Расскажи. Ну нет, ему по телефону, может, кто-то звонит. Ну расскажите. А расскажите вообще, что? Мы его не знаем, он с нами не общается. А с кем он? Знаете, я знаю его. Он мне по площадке. Вот нас проводить, потому что мы боимся, что он неадекватно на нас отреагирует, потому что по телефону, когда мы пытались договориться, реакция абсолютно неадекватная. То есть трубка снимается, и сразу начинаются крики фашисты, бары. Да, он такой, такой. Когда собрание здесь все время вступает, вы все, тот и все, вы. Так, вы не, такой грамотный. Вы не могли бы как-то вот нас проводить, чтобы он открыл дверь, хотя бы вышел, вот мы на него посмотрели, что. Ну, вы можете человек... не открыть, боже мой. Нет, ну вы как-нибудь скажите, что вот все нормально, хорошие ребята, что вот. Как-то вы не могли бы посадить. Сейчас к вам придут как раз. У меня люди с этого. Второй отдел милиции. Где этот Соколов? Соколов. Где Соколов? Дайте Соколова. А я что говорю, а я вам повторяю. А кто вам повторяет? Это бродяга. Так вы не... Бродяга! Соколов! Где телефоны берешь, квартиры оборовываешь? Где взял телефон мой, говори? Говори, телефон где взял мой, барюга? Говори! Вот возьми трубку, сами дальше. Подождите, поговорите. Да, что, я сфотографирую. Мы их сейчас поймаем. Да. Ешь как, что за вчера? Что говорить дальше? Где телефон взял мой? Кто телефон? Где телефон мой взял? Где Соколов? Где Соколов? Где Соколов живет?
где Школов живет, где Терехов живет, где 38-я школа? Что я закончил говорить? Закончил. Вот как раз вы пришли тут. И никогда не говорите. Ну все. Вот так вот карта. Где его выключать? Давайте я поговорю. Кто звонит? Алло, кто звонит? Алло, да. Что за фашист советский звонит? Так, по-моему, вам звонит Соколов. Ну вот он говорит. Вот дайте поговорить с Соколовым, Петр Иванович. Без проблем, все. Фашист, до свидания, больше не звони. В некоторых случаях просто человек агрессивно настроен, выходит с ножом, но и здесь пранкеры, конечно, тоже не теряются, потому что самое главное здесь запечатлеть персонажа. Вот. Они могут стоять в упор с ним, разговаривать и ничего совершенно не опасаться. Потому что здесь главное, как говорится, картинка. Естественно, в Питере у нас гораздо все это более так. В Москве пранкеров гораздо больше знаменитые жертвы практически все из Москвы. Вот, особенно все легенды. Ну, в Питере у нас так немного поменьше. Поход героиновый, часть третья. Не лады были в день нашего прихода. А? Как нормально было? Ты же сама Никите из Москвы рассказывала, что у вас там что-то как так-то. Ну и как теперь? Все живы и счастливы? Ну что, такой прекрасный сегодня же день города, а ты что-то больнеешь, как не стыдно, блядь. Вечером выйдешь? Понятно. А сейчас что дома делаешь? Че? Телек смотришь? Ну, самочувствие это хоть нормальное, ходить можешь? Значит так, пацаны, героиновая дома. Лежит с температурой! Ой, у меня температура! Сейчас мы едем к ней. Давай, ебаться, Эвелина. Ваше здоровье, товарищи пранкеры. Сейчас в России численность молодых людей, увлекающихся пранком, стремительно растет. По состоянию на май 2006 года на одном только сайте prank.ru числилось 2330 зарегистрированных пользователей. И это при том, что многие регулярно посещают этот ресурс без регистрации. Хотя ветераны пранка не видят в этом ничего хорошего. По их мнению, пранк перестает быть развлечением для избранных, постепенно приобретая черты мейнстрима и утрачивая самобытность. Твои злее, твой губитель порог, а я не знаю, что делать. Может плюнуть на все, в моих мыслях бомжа. Вот за этими фонтанами остановка, откуда отходят маршрутки на Пушкин. И как вы уже слышали, сегодня мы едем в Героиново. Опытного пранкера невозможно привлечь к ответственности за телефонное хулиганство. Как правило, он никогда не грубит и не угрожает своим жертвам. На одном только факте ошибки номером обвинение не построишь. Тем не менее, пранкеры предпочитают скрываться под псевдонимами, дабы не навлечь на себя неприятности. Но желание видеть своих жертв и запечатлеть их для многочисленных поклонников заставляет пранкеров выходить из подполья ради самой экстремальной части пранка – видеосъемки. То самое место легендарное. Надо убрать палку отсюда. То может ее усадить. А сам я буду. Тихо, тихо, тихо. Здравствуйте. Сядь на подоконник с ним. Ты не тебе. Это? Наверное, кто. Алло, привет. Ну это опять я звонил. Короче, у тебя там еще плохое самочувствие? Ну слушай, у меня вот тоже температура сейчас, но вот выйди опять на лестницу, дай тебе деловое предложение. Да. Нас трое. Давай. Привет.
все. Прошу, решите. Слышь, ты чмо! Спокойно. Отойди, блядь! Спокойно. Отойди, сука, отойди! Спокойно. Я тебя не сука. Я Куби. Отойди, я... блядь! Ты что? Я тебя не снимаю вообще, у меня тут вообще подсказка. Свой фонарик. Подожди, выключи! Да как я не умею? Мы с кулаками пришли, что ты? Не трогаем, а я не умею. Это не моя. К тебе с кулаками пришли, а что ты не умеешь? Слышь, отойди отсюда! Ну и что будет, если я не отойду? Все, камера, все, поехали. Итак, Халк, тебе сильно попало? Да нет. Значит так, в общем, вы сами видели, что героиновая побежала за Халком. Халк зарыл. Халк! Ну, собственно, вот я, все, кому я давал слушать, все попросили переписать. Я писал, 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 все это расходилось. Я еще тогда был рокером. Вот это вот мотоциклист. Вот такая мотошпана, точно. Вот. Приехал Лужники. Раньше в Лужниках собирались на Явах, там, на мотоциклах. Приехал туда с автомобильным магнитофоном, с этой записью. Вот. Включил. Там все моторы заглушили. Вот. Потом, значит, это самое... Я говорю, хотите, поехали к нему. Это уже мы его нашли, уже знали все. Вот. Поехали. И все Лужники ломанулись по адресу, да. Вот. Вот. Но мы, конечно, неправильно поступили, потому что все стали просто долбить ему в двери, кричать там у Коголичка, ветеринар, ты под колпаком, там, и все остальное. Да и он не открыл, даже молчал, это просто видно, чтобы свет горел в квартире, но он не открыл. Вот. Но на следующий день, когда я приехал, все мне сунули кассеты, вот, перепиши. То есть тогда, даже когда не было интернета, он расходился, конечно, тоже достаточно бойко. Бывает так, что пранкеры видят, что человек действительно какой-то больной, и ему действительно эти звонки приносят только одни неудобства. В данном случае мы просто выполняем роль, если так можно сказать, тимуровцев. Приходим к человеку и всячески готовы ему помочь, всячески готовы ему помочь материально, либо принести какие-то продукты, либо чем-то по хозяйству помочь. Потому что, по сути, пранкеры – люди не злые, если их не доводить. Вчера съездили к Петру Ивановичу, по телефону человек очень неадекватный, то есть очень жестокий. Вот. А в реальной жизни он просто его довели именно за счет у него телефон, ассоциируется уже просто с нелюдями. Вот когда у него звонит телефон, у него сразу возникает ассоциация. Это мы заметили. В реальной жизни он оказался очень хорошим человеком, который прошел войну. Когда мы пришли, сказали официально, что мы из газеты предъявили удостоверение, он начал кричать, что я газету не получаю, а вы ко мне приходите что-то делать. Вот. Мы решили оформить ему подписку за свой счет. Чтобы деду было удовольствие какое-то. Я бы вот хотел бы вот посоветовать пранкерам, вот, чтобы, ну, что ли, создать, что ли, некие правила занятия этим. То есть пранкер, я считаю, не должен никогда не оскорблять, не обзывать жертву. Ничего такого. Он должен просто спокойно разговаривать, разыгрывать, а уже оскорблять, пугать и так далее, ругаться матом, это дело жертвы уже. То есть и пранк получится правильный, веселый, как бы, И ты знаешь, что ты под колпаком или нет? Ты знаешь, что над тобой висит? И когда судить тебя с ней будут, что ты будешь там каркать? Что? Что? На фальцет перешел, сучонок? Ведь вся же ваша кедовская, вот эта республика, вся под колпаком. Как ты не поймешь, вы нырнули туда. И очень хорошо, я тебя засек там около аквариума. И тебе.
И вот теперь я... Смириться, давай мир. Я тебе даю, я усоложенок, очень мир, понимаешь? Я тебе там из жопы ноги руки выдержу. В реальной жизни, вот, его фразы мне, например, помогли один раз выбить долг. Вот. То есть один человек занял, ну, по тем временам достаточно большую сумму для меня. Вот. Никак не отдавал. Вот. Я сказал, что ну, тогда я буду обращаться там за помощью и так далее. Вот. И позвонил ему, значит, нарезал на компьютере его фраз. Вот. И подобрал. И он мне после того, как все это услышал, вот, он на следующий день мне все отдал. Какие там были? Я просто... Ну, и, значит, я оставил слово «чего алё» конечно, в начале, чтобы был ответ на слово «алё». Вот, это, собственно, как бы то есть, и называется технопранк. Вот, ну, значит, это самое, набрал ему номер, он взял трубку, «алё». Я, значит, паузу отпускаю, «чего алё», конечно. Или тебе телефон поставили, «скоро обрежет», вместо дурацкую голову, «пи» вместе с телефоном. Ну и так далее. То есть у него еще так поставлен голос, то есть действительно такое ощущение, как будто говорит какой-то авторитет. Ну, как правило, жертвами пранков становятся не только обычные люди. Ими могут быть также звезды эстрады. Такие звезды эстрады присутствовали, как Лолита Милявская, Борис Моисеев, Филипп Киркоров. Константин Крестов, кстати говоря. Да, Константин Крестов, также были из политиков Шандыбин, единственный. Борис, вы темный? Вы на самом деле? Я светлый. А почему вас темным показали? Ну, потому что захотели показать кого-то. Просто я не поверил, что вы темным можете быть. Я не темный. Просто я очень огорчился. Ну что вы меня огорчаете? Борис. Я светлый, да. Борис, а вот вы знаете, что... На всех, почти вот на всех премьерах, я очень часто ходил, не на премьерах, а показах «Дозора», очень часто, когда вас показывают, да, на экране, все кричат, он же не темный, он же голубой. Как вы к этому относитесь? Положительно. Ну, сама эта вся история, она как бы уже часть моей жизни стала. Естественно, все, что происходит вокруг него, вот, все поездки к нему, ребят, вот, и так далее... Вот, конечно, всем я этим интересуюсь, это же часть моей жизни, это моя история. Вот. Но взять недавнее, мы сидели просто с другом, вот, в последней конференции, где истеричка номер два есть такая жертва, вот, против других жертв. Мы просто сидели, звонили ей, она ждала звонка, набрала трубку с первого гудка, вот, моментально хватало. Также мы отобрали еще несколько таких людей, которые тоже сразу хватали трубки, и, соответственно, просто одновременный дозвон ставился, и они друг на друга кричали. Это очень забавно звучит. Алло? Алло? Козел, ты кому звонишь-то? Скоро приедет вместе с этой дурацкой головой, с телефоном. Ты что ладишь? Тебе что думаешь, безнаказанно, что ли, все пройдет? Ты куда звонишь? Я тебе в Африке поймаю, сука, по спортивному, ты будешь расстрелян, зараза. Жан Саныч, вы кому звоните? Ты знаешь, что ты вместе с алкоголичами будешь судим? Есть такой знаменитый больной Валерий Павлович, да, по прозвищу Рак. Да, Кимовску, привет, Тульская область. Ему звонишь, он говорит, ник говори. Ему называешь ник, который у тебя в интернете, он, знаю. Вот, то есть и он начинает рассуждать. Пранк-микс это как бы, ну это не прямая связь с пранком, это просто взаимодействие с пранком. Это накладываются фразы, опять же, на музыку. Музыку можно написать, музыку можно взять чужую, опять же. Все зависит от фантазии, ну и от, можно сказать, от вдохновения. Потому что иногда можно просто делать какую-то каку, а можно делать действительно вещь, которая будет слушаться, нравиться и, ну, поднимать настроение. Пранкеры – это не люди из низших слоев общества, не ПТУшники. Да? Я просто не мог себе представить, что вот когда-нибудь будет так, что вот у меня будут по этому поводу брать интервью. То есть это в то время, в 89-м году, я не мог себе даже представить. Это просто никак. Я бы не поверил, если бы мне про это сказали. Позвони мне, позвони. А кто звонит-то? Позвони мне, ради бога. Я позвоню 03. Через время протяни. Ты на время посмотри. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Не есть свидетели. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. А давай ты перестанешь. Долгожданный голос твой.
и тебя выебу. Позвони. Давай сейчас ментам позвоню, у меня номер определитель есть. Давай номер твой назову нахуй. Значит, считай так, в понедельник я к вам позвоню домой. Вот так вот ты сейчас звонишь, в понедельник. Потому что вы разговаривали с участковым, майором милиции. Без тебя проходят дни. Ты мой адрес знаешь? Что со мною, я не знаю. Так ты хуй ты не знаешь. Умоляю, позвони. Пошел ты, да в жопу не позвони мне, заклинаю. А может, хватит? Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной. Ну да, ты. Вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Звонка. Врешь. Позвони мне, позвони. Порядочная девушка никогда бы не стала звонить. Если я в твоей судьбе. Вот так вот. Ничего уже не значу. А тебе ты ебешь? Я забуду о тебе. Ну, ебаная. Я смогу, я не заплачу. На жопу наступлю. Я дышать не перестану. И немножко шею поверну. Все равно счастливый стану, все равно счастливый стану. Заглохни, каторжа. Если без тебя. Тебя там жопу не протер, за телефоном сидеть. Родила? Еще не родила.